То есть для того, чтобы наши решились, биологические потребности удовлетворились, мы должны совершить финт ушами совершенно вне биологической плоскости и не биологическими методами, а найти другой инструментарий, который позволит нам, понимая, что деньги дадут нам ощущение безопасности, думать про них как про то, что даст вам безопасность и сделает вас значительно более спокойными людьми. Понимание того, что взаимодействие с другими людьми, реконструкция этих людей, умение, как бы сказать, вникнуть их, понять их важное, их ценное там, и так далее, и чем вы можете быть им полезны, это даст вам власть.